Итак, всем привет! И это Портал. По-прежнему Портал. И вас приветствует мисс Шепард. Так, и вот у нас тут новый вид геля. Так. Сначала нужно понять, что нам сделать надо. Угу. Почему он не... Что-то он как-то странно. А, не туда. Пардон. Я думаю, как-то что-то не то. Так, не проснулась я, походу. Ладно, бывает. Так, теперь... Дорожку-то мы сделали, но... Так, а для чего? Сейчас мы будем по всему этому кататься, как ведь. Давай-давай. Ага. А где... должен быть... какой-то... как бы, ну... Сейчас я попытаюсь понять что-нибудь, но я не уверен, что у меня получится. А как я туда попала? Вопрос. Давайте загрузимся. Есть у меня такое... Да. Так, как обычно, у меня таймер со звуком. Так. А как я сюда попала вообще, скажите? А, все ясно, так. Так, допустим. Мы опять снова сделаем вот это. Вот это. И вот это. И опять не туда. Да что за говно-то? Так. Ну, по всей видимости, нам нужен... ящик или что-то вроде этого. А где оно? Так. Так, так, так. Ладно, мы сейчас попробуем, но я что-то не понимаю немножко, что они хотят от меня. Все-таки попадаем сюда, окей. Попадать попадаем. Так, допустим, рыжий, да, там стоит. Значит, нужно синим пользоваться. Допустим. А, нам нужно, наверное, сюда пропустить нашу дорожку. Сейчас я соображу, как это сделать. Так. Да, блин, а чтоб это сделать? Ё-моё. Так. Нужно, допустим, синий оставим. Блин, сейчас соображу. Я как бы понимаю в теории, как это сделать. Как сделать это вот так вот, да? Допустим. Блин, а так не получится. Так. Надо вот так вот сделать, да? А рыжий там. Угу.
Вот она там появилась. Говорю, что-то туго сегодня с этими загадками. Хотя я знаю, что они с каждым разом все туже и туже, но... Так, а там чё? Ага. Так, ладно. Допустим. И, собственно, нам нужно забрать кубик. А вот обратно как мы возвращаться будем? Тут на миллион загадка. Так. Ща вернемся как-нибудь. Так вот. Ой. Так. И теперь... А вот там что сделать надо? Сейчас посмотрим. Как бы... Так, а что сделать надо? А, снова сделать подъем для... Да, там кнопка. Я помню примерно. А что, правда, она делает, эта кнопка? Я вообще упор не помню. Так, допустим, так, и... Блин, а как это сделать? Ладно, сейчас. Секунду. А, нет, вот так же надо. Так вот. Тут все очень так замудрено. Мудрено. Всякий случай. Так, побольше. Так. И теперь, по идее, мы должны были... Нет? Серьезно? А почему? Потому что я дура, да? Это одна из причин. Так, серьезно. Так, ладно. Серьезно. Да-да-да. Нет, ну как бы... Нет, там немножко что-то под другое надо сделать. Сейчас посмотрим. Он теперь просто витает в воздухе. Так, мне очередной... Вот только я обрадовалась, так сказать, недавно, что мне перестали звонить всякие идиотские номера. А чтобы вы знали, мне просто каждый день практически, как минимум, 3, наверное. А что делать-то надо, почему? Короче, нужен разгон, чтобы... Так, оставим синий тут. Блин. Синий тут. Сейчас мы немножко покроемся. Так, синий тут. И вот так вот. Это дебильно, да, я знаю. Я вообще на самом деле до этого... Как-то вот так вот делаю. Ясно. Эмоциональные всплески требуют больше 1,6 вольта. Теперь мы это знаем. Нужно расслабиться. Мы все равно узнаем, что за ересь тут творится. Но спокойно. Так, а тут у нас, в общем, это... Отталкивающий гель. Это скоростной гель, не знаю, как правильно назвать. Так, а что нам надо сделать? Засыпку. И для чего? Так, понятно, что-то как бы... зачем? Так. Вообще не помню. Нет, ну, допустим, вот так вот делаем. И что получается?
хрень получается какая-то. Окей. А, если вот так сделать. Не знаю, допустим, вот этого геля. Вот так вот. Ага, да-да-да. Значит, правильно. И, собственно, здесь нужно, скорее всего, прыжок сделать. Это так. Это, конечно, потому что я на память помню. А, кстати... Блин, а я не помню. Давайте сначала просто допрыгнем до туда. Правда, потом я ж оттуда не выберусь. Есть такое подозрение. Так, допустим, вот так пока что оставим. И вот так вот как-нибудь. Блин, нет, пока что уберем. Если что, в принципе, можем вернуться. Блин, ну... Так вот, допустим. И... Так, а вот для чего? Как бы нужен прыжок... Ага, еще отсюда. Так. Ну, понятно, что как-то вот... А, нет. Прыжок должен быть оттуда. Так вот. Ну, окей. Как вернуться обратно? Так. Главное, чтобы не перепутать теперь. У меня проблема с этими... Черт. А тут нормально ты не сделаешь. Так, ладно. Опустим. Так я. И отсюда... Да, отсюда. Нужно сделать... Не знаю, вот так вот хотя бы. Рыжий вот так вот. Чтобы сюда вернуться. И, собственно, потом... Рыжий вот так вот. Ну... Отлично, астронавт, герой войны и... или олимпиец. С вашей помощью мы изменим... Эй, вы там, слушайте, эта штука называется лифт, а не туалет. Клянусь, я его знаю. Да, знаешь, знаешь, Глэдос. Грустная история, Глэдос. Так. Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький. Вот из-за того, что тут вот... Как сказать-то получше? Так... Так, там вот кнопка. Для чего эта кнопка? Не по... А, она, по-моему, переворачивает что-то. Ладно, давайте пока посмотрим, для чего кнопка. Ну да, она переворачивает временно, причем она переворачивает, и нужен куб. Блин, куб. Так, теперь вернуться бы. Проблема. Вот тут даже стрелочки нарисованы. Это как бы знак того, что нам нужно прорисовать здесь вот такую вот черту. Ну, допустим. Так, и вернемся пока что обратно. А, стой! Так, ладно, мы пока что этого делать не будем. А просто вернемся обратно.
Тихо подальше. Так. Как забрать куб? Нам надо определенно его забрать. Где он был? Вопрос на засыпка. Вот он. Нам как-то допрыгнуть надо, что ли? Допрыгнуть. Ага, допрыгнуть. Так, допрыгнуть. Нам нужно сделать какой-то такой старт, разгон. Из чего его сделать? Пока что. Допустим, если так. Не получится. А из чего? А как я? Я же не делала. А, вот в чем. Понятно. Так, допустим. Ну я не допрыгну же. Ну что мой прикол? Что я не допрыгнул? Даже в теории просто не допрыгнул. Ну, давайте попытаемся, что. Даже в теории это тоже неплохо. Да, тут не хватает, так сказать. А я не знаю, чего мне не хватает, если честно. Так, подождите. Блин, реально не помню, как его забрать оттуда. А его надо забрать. Так. Как это сделать? Это, короче, нужно нажать кнопку. Короче. Это жесть, короче, если так вкратце-то. Это же там, да, все происходит? Нет, это не, это вообще не там. Что-то я это. Так, вот мы пришли. Вот прыжок. А, нам нужно сделать прыговую хрень. Я не знаю, как правильно. Ну да. И как бы в теории мы должны оттолкнуться. Если мы хотим прыгнуть туда. Допустим. Допустим, да. И мы теперь, по идее, можем прыгануть. Надеюсь, моя теория верна. Так, ну мы допрыгнули. Обратно ты как? Ой. Так. Не буду отвлекаться тут на соцсети. Так, мы его забираем. А куда он там нужен нам? Куда он нам нужен-то был? Так, допустим. Допустим, вернемся хотя бы сейчас туда. Сейчас я плохо ориентируюсь. Весьма плохо. Так, а он нужен был. Мама. Вон туда. Вон туда он нужен был. Так. А там же ведь тоже надо что-то сделать. Навалить кучу, извиняюсь за выражение. Так. А где он перевернулся? Вон там перевернулся, да? Ну да, там нам нужно кучу сделать. А как это сделать? Ай, сначала его надо было... Да. Сначала нужно было сделать кучу. Блин, как это дебильно звучит. Так, пос...
кто здесь. Так, да, потому что у нас внизу есть, скорее всего, отталкивающий, да? Отталкивающий. Где у нас отталкивающий? Вот так вот. Вот. И после этого уже ее переворачивать. Ой, сейчас будет очень плохо, если мы это сделаем. Так. Так вот. Ставим вот так вот. Вращаемся обратно. Так, так, так. Где? Я опять потерялась. Ага, вон она. А лететь-то откуда, вопрос на запсыпку? Так, оттуда что ли? Ну, видимо, да. Сейчас. Сейчас я. А я смогу сделать дырку там потом? Ну, в теории могу. Так, а нам этого хватит, нет? Сейчас будем пробовать. Нас сносить будет периодично, но что поделать. Если вас заинтересовало мое предложение, у нас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволить нам разобрать вас на части. Мы здесь ни камни не перекладываем, мы знаем, как собрать человека обратно. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. Какой же он мразь был, этот Джонсон, этот бесчеловечный. Я сейчас не помню, сколько эти рыжие, так сказать. Благодарю вас. Не могу поверить, что благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку, и человечество вам очень признательно. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 — это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Каролайн, что покупают эти люди? Мусор. Так. А что делать надо? Я оттуда пришел. Ага. Сюда? Может, дайте пройти, пожалуйста, спасибо. Так. Боже, что? А, тут все попроще. Так. Ну, допустим, я тут. И чё? Кэролайн, 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 откуда я знаю эту женщину? Я убила ее. Или... О боже. Слушай, ты отлично справляешься. Можешь пока поработать одна. Мне надо подумать. Да, у нее есть почва для рассуждений. Я неплохо справляюсь, но я очень быстро теряюсь. Очень быстро, причем, да. Так, ага. Да, тут появляется первый фу, блин.
Так, тут нужно... А где у нас... А третий вид-то где? Тут же прям вот понятно, что нужно... Хотя и сейчас не сильно понятно. Ну ладно. Так, допустим. А третий вид-то где? Чуть реально не понимаю. Вон рыжий. Был. Так, начинается уже такая вот немножко муть в том плане, что все очень запутанно. Это не просто какие-то тесты, это просто... Я вот сюда только вот так могу попасть, да? Серьезно, где рыжий гель? Я уже ничего нажать не могу. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Так, теперь я могу... Вот эти вот третий вид геля позволяет перемещаться по поверхности теперь. Так, что эта поверхность нам дает? Ничего. Так. Так. Нам попасть туда каким-то образом. Надо. Ничего. Тут у нас недалеко. Так. Попасть мы сюда попали, но как туда прыгнуть? А если нам... Тут какой? Мама. А где вот этот вот гель распространяется? Что в данный момент я что-то реально не сильно улавливаю. Как его можно использовать, потому что, ну, никак. Нужно переманить этот серый. А этот серый откуда идет вообще? А он не идет ни хрена нигде. Как так может быть? Подождите. Как все запутано это стало, так. Это поэтому не самая любимая моя часть. Вот когда мы до Уитли дойдем, то там вообще, в принципе, прикольно. Так, ну как это сделать? Так, ладно, давайте вернемся оттуда, может быть. Моя голова допрет до этого, как туда вернуться, туда попасть. Пока что-то не сильно допирает, на самом деле. Exit. Понятно, что как-то прыгнуть надо, ну как ты? Что, серьезно, да? Да. Жестко. Я всегда реально в этой игре ищу какие-то... Так.
Так. Здесь тоже, по всей видимости, разгон нужен. Пока не знаю для чего. Так. Пустим. Ну, нужен для чего-то. Надо... Ага, прилететь вот сюда. Да, у нас Градус боится птиц. Там, кстати, в кооперативе, когда проходишь, а кооператив там проходит с помощью таких двух роботов разной формы. Там испытания рассчитаны на двух людей. В общем, у каждого есть портальная пушка, собственно. Так, как-то вот так, наверное, да? Если я не ошибусь, это будет хорошо, на самом деле. Теперь нам нужно не убиться по пути. Так. Добро пожаловать в Центр развития. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже $7 на покупку лунных камней. Не говоря уже о 70 миллионах. Мы все равно их купили, измельчили их и изготовили гель. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого, мы выяснили, что они являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если же не одаривает вас лимонами, делайте лимонад. Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Тем не менее, я буду счастлив, если вы сможете пройти это испытание как можно быстрее. Каролайн, пожалуйста, принеси мне еще воду утоляющей. Почему все ученые такие безумные дурни? Убьют себя во имя науки? Да, кстати, вот это, по-моему, самое раньше меня вызывало... Короче, сначала нужно просто... Ну, чем больше вот этой фигни будет по всему раскидано, тем лучше. Так, я еще пока не могу. Да, чем больше заполоним все вот этой вот жижей, тем лучше будет. Она как-то напор сильно идет. Ладно. Только не кидайся сильно. Так, ладно. Сейчас. Как так еще. Спасибо. На самом деле, не надо так усердствовать, но... Так, допустим, мы теперь можем туда пойти. Так. Собственно, нам нужно теперь сюда это переместить. Так. Да, это такой долгий такой старт. Так, это получается так, потому что... И как можно заметить, нужно вот на этот, щиток тоже перебросить каким-то образом, пока у нас не сильно это получается. Так... сделать. Это не так легко, как кажется.
так вот тоже сделаем на всякий случай. Так. По идее, чтобы заполнить щиток, нужно каким-то образом... Ага. Ну, во. Не совсем. Вот, давай, давай, давай. Не, ну в теории нам этого уже хватает, но... Не полностью его. Да, вот так вот щиток. Да, блин, мой перфекционизм немножко страдает в этом плане. Так, вот еще можно вот так вот, да? Я пока не помню, если честно, надо ну как-то наверх что-то лезть. Так, что мы можем? Пока что-то не сильно можем на самом деле. Готовы это делать. Так. Почему так криво идет? Так. Дело в том, что у нас только вот серый есть поверхности. Вот сейчас бы разгоны всякие и тому подобное нам бы пригодились. Так, надо думать. Так, ну нужно на эту башню зачем-то попасть. Так. А, это был лифт. Лифт нам точно не принужен сейчас, он нам не нужен. Так, как нам попасть? Так. Я не уверен, что нам этого хватит, так. Там танцульки. Просто некоторые обожают вставлять дома. Так. Блин, мне этот треск, если честно, мешает сосредоточиться. В том плане, потому что... Так. Ага, вон там еще есть. Нам нужно, как понимаю, наверное, еще сюда. Это будет бесконечное заполнение. Давай, 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 давай. Так. Допустим. Все тормозить резко стало. Так, я реально не помню, для чего нам вообще нужен. Ну, видно, что этот щиток нужен. Для чего? Пока не могу сказать. Для чего? Угу. Мне резко захотели все позвонить. Я, конечно, признательна, но отстаньте, пожалуйста. Пока что отстаньте. Самоналит просто, серьезно. Именно в тот момент, когда мне надо. Так. Сейчас мы рано или поздно доберемся
Это как бы такой странный способ добраться до туда, собственно. Чтобы до туда добраться, подождите, это нужно вот так вот сделать? Ща. Ну почти. Да что ж такое-то? Чуть-чуть тогда правее. Так, мы сюда добрались. Зачем, пока не знаю. Так, а зачем, серьезно? А, вот выход там. Серьезно? Так. И как-то вниз, да, опять будем прыгать? Так. Ну ладно, я вот тут подумал. Если жизнь одаривает вас лимонами, не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь! Мне не нужны твои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Возьми лимоны. Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спали дом дотла. Сжечь людей. Он вырвет то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я прошу инженера разобраться с этим. Картирование головного мозга. Искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете пихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим преемником стала Карлай. Она будет спорить, она начнет отказываться. Она такая скромница, но вы ее заставьте. Впихните ее в компьютер, черт возьми, не важно как. Отлично, испытание закончено. Можете вернуться на место. До свидания, сэр. Так, допустим. Надо наверх добраться каким-то макаром. Не помню, если честно, зачем. Определенно, хотя нет. А тут как сказать, любимые прыжки начнутся, по-моему, да. Я правда не помню. Вниз, наверное, да? Так, ладно, пробуем. Куда мы летим? Что-то я не совсем понимаю, куда нам лететь надо. Так. Теперь нам нужно... Сюда, наверное, да? Если честно, что я так быстро сюда допрыгала, это на самом деле везуха. Потому что у меня с этими прыжками еще с первой части очень большие проблемы. Весьма плохие у меня способности в этом. Так, тут уже закрыли, да? Это уже зона такая. Да что такое-то? Не могу понять. Ситуация выглядит безрадостной, но тот безумный тип был прав.
Мы не будем брать лимоны. Мы поднимемся наверх и заставим его вернуть меня в мое тело. Скорее всего, он убьет нас, потому что он очень силен, а у меня нет плана. Так, не стану тебе врать, наши шансы миллион к одному. Это если округлить в нашу пользу. Но в любом случае, давай разозлимся. Если уж нам суждено взорваться, давай взорвемся с достоинством. Так. Что теперь делать? Я не сильно помню. Надо как-то забраться наверх, это определенно. Но как это сделать? Я что-то не сильно понимаю. Так. А, прыжочки, да? Прыжочки. Ага, прыжочки. Так, прыжочки. А как теперь мне отсюда выбраться-то? Так, а как это лучше сделать? Это нужно вот как-то вот сюда. Да, вот сюда. Выйти вот сюда. Сделать вот так вот. И прыгануть. В теории. Ну, как обычно, это всего лишь теория. Так, допустим. А еще выше? Ага, еще выше. Хотя, нет, тут не так это работает. Так. А если я вот так сделаю, то что? Смысл какой? Ну, давайте попробуем. Нам терять уже нечего. Так, а где это было-то? Так. Синий, окей. Так. Рано или поздно мы доберемся. Так, теперь тут еще нужен прыжок. Угу. Просто прыжок. Хотя нет, тут прыжка не получится. В теории здесь вообще не получается прыжка. А как туда попасть? Скорее всего, мне нужно подпрыгнуть и потом сделать... Ох, это жесть, на самом деле. Так, тут какой стоит? Синий. Синий. Мне нужен желтый в полу. А потом ничего не перепутать. Будет вообще просто потом жопа. Так. Ты чё? Ты чё творишь? Так. Собственно, мы куда-то пришли. Так, опять мы куда-то пришли. Опять. Тут определенно вот так вот, наверное. Вопрос зачем, пока не знаю. Так, а тебя надо... Так, а третий вид есть, пожалуйста, который делает порталы? Да, есть. Так, тебя надо честно не знаю, как лучше. Вот кроме вот этой вот нету ничего. Как сделать? Тут не получится. Только так. Так, если только заполонять все сейчас опять, не получится оно в теории не получится, и поэтому
Поэтому делается вот так. Так, давай, давай. Давай. Так, это все, чтобы наверх запрыгнуть. Так. И теперь где у нас синий? Синий. Вот так вот. Блин. Тут зараза-то какая. Ты издеваешься или чё? А, теперь заново. Ёперный театр это называется. Просто. А как мне теперь вот это вот опять залить? Так что ли? Да, вот так. И теперь, пожалуйста, просто будьте вот тут вот. Так. И теперь просто вот так вот. И вот так вот. Молодцы. Молодцы. Так. Теперь... Блин, как же это раздражает. Так. А теперь делаем вот так. Это скотина же! Как это раздражает, а? Специально же сделала просто. Блин, как это реально раздражает. Допустим, ладно, вот так. Вроде бы вот всего ничего надо сделать. Так, развлекайтесь так. Так, просто так, просто. Ай, блин, не так. Надо было бы так. Так, где эта капля? Блин, как же это геморройно. Так, сейчас, секунду. Вот так. И вот так. Жесть. Опять я тут нарушила. Ой, как это раздражает. Так. Давай, сделай. Молодец. Молодец. Может, я что-то неправильно делаю в этой жизни? Так, подожди. Просто стойте там. Как бы в теории я вроде бы правильно все делаю. А теперь делаем вот так. А, значит, неправильно все. Значит, надо было все-таки. Ёб твою мать. Так, ладно. Надо было вот так сделать. Окей. Теперь вот так. Ну, почти. Так, это жесть просто. Так, тут тоже нужен, да? Вот тут только отталкивающий-то и нужен, больше тут ничего не может помочь. Так. Где отталкивающий? Вот
отталкивающий. Так, отталкивающий. Все как бы правильно, но... Так, нет, сначала нужно сюда... Где это? Сначала нужно вот так сделать, точнее, вот так. Ага. И только после этого впустить сюда отталкивающий. Это нужно рыжий, да? Ну чё, будем чего ещё опробовать? Так, ладно. Где-то вот так, да, было? Примерно. Тут, конечно же, у меня тут всё похерачилось, как же. Так. Рыжий, здравствуй. Сказал бы так, вот да что ж за говно-то происходит, а? Жесть. А почему она происходит, скажите? Вот это глюки. Знатные причем. Знатные признатные глюки. Окей. Давай. Ладно, думаю, хватит, в принципе. Так, допустим. И что теперь? Туда что? Попали мы сюда. А вот то, что сейчас про... А, понятно, почему это происходит. Так. Что сделать-то? Наверх. А что это? А чтобы это сделать, это нужно заполонить все здесь. Как это сделать-то в идеале? А, вот сюда. Допустим. По-моему, все как-то не так должно было происходить. Конечно. Да, уже проще. Я же помню, что здесь не должно быть так. Так, ладно. В принципе, этого, наверное, хватит. И теперь нужно идти в дверь, грубо говоря. Так, а куда нам идти? Тут, короче, что-то с реальностью сразу становится. Как это происходит, вообще не ясно. Допустим, о чем? А, собственно, да. Так. Да, блин, я же
И где-то мы опять оказались. Так. А куда нам пойти надо, я что-то вообще без понятия. Вот тут двери всякие. По идее, скоро мы должны уже с Уитли встретиться. Если честно, я жду этой встречи, потому что вот это вот хождение, мне что-то вот, оно мне не сильно нравится. Так, дверька закрытая. Дело остается вот эта дверька, да? И она тоже закрытая. Так, ладно. Тут у нас любимые прыжки. Определенно. Да ё-моё. Вот так. Да, там видно, что надо... так, и как это сделать? В общем, то, что тут нет поверхности внизу. Есть, оказывается. Окей, если даже есть. Блин, это же ведь реально провернуть очень тяжело. Что, пробуем? Так. Нет, ну серьезно, как это сделать по-вашему? Так, секунду, прям секунду. Так, я снова здесь. Так. Если честно, реально не понимаю, как туда попасть. Даже в теории. Так, мы пришли отсюда, да? Давайте пока вернемся туда. Мы пришли отсюда. Нет, мы не пришли отсюда. Куда мы... Откуда мы пришли? Мы просто на засыпку. Ай, господи. А, ладно. Да, блин. Я вот реально не помню. Серьезно. Ну, допустим, ладно. Что сделать-то надо? Так, в теории сейчас я начинаю понимать, но все равно очень туго. Нам нужно теперь как бы вот так, да? Блин. Даже не так, вот так. Вот так. Ой, господи, так. И попадаем мы на эту вот штуку. И прыжок нужно совершить сюда. Так. Наконец, если честно, он вот реально уже отказывает. Давай, у меня идея. Плакат.
не устоит. Я знаю, как нам его победить. Ну, у меня в английском вообще ноль, поэтому я не знаю, что мне хочется посмотреть на плакат, что он имеет в виду. Так, и чё? Ага. Это что-то типа лифта, да? И где я должна его встретить, вопрос? В самом низу? Так, внизу. Как мне отсюда выбраться теперь? Просто засыпку. Так. Все, побежим. Ну, сейчас мы, наверное... Сейчас мы, наверное, попадем уже к Уитли непосредственно. Нет, еще не попадем. Серьезно? Ну ладно. Так, тут какое-то. Как бы тут уже не надо будет ничего делать. Я просто. Ну да, все пути ведут наверх. Ну, знакомые уже нам лифты подозревают, что мы все-таки попадем уже к Уитли. Да. Быстро, в принципе, попали. Нечего сказать. Я на самом деле думал, что будет дольше намного. Я чесотка, собственно, да. Уитли чесотка. Господи, вы же просто ящики с ногами! Это же ваше единственное назначение – жать на кнопки! Как можно не уметь то, для чего вы были созданы? Постарайся отнести меня туда, я закидаю его парадоксом. Теплее, теплее, горячо, горячо! Так, холоднее, ужасно холодно, как в Арктике, очень-очень холодно. Слушай, нажми наконец эту кнопку! О, как смешно. Мы тут уже 12 часов торчим, а вы все еще не закончили. Не понимаю, чего это вам так весело? У вас один час. Решите задачу. Что-то я вообще не поняла. Куда мы прёмся? И зачем мы прёмся? А более... быстрого способа попасть туда нет. Ясно. Пиши для него эту головоломку, а когда он вернется, я глушу его парадоксом. А, да, я знал, что ты справишься. Дурак. О, привет. Да, приступаю к парадоксам. Это предложение ложно. Не думай об этом. О, истина. Выбирай истину. Но это было несложно. Кажется, я раньше уже это слышал. Наверное, это нечестно. Это парадокс. Ответа нет. Смотри, если я не вернусь в свое тело, тут все взорвется. Ложь. Выбирай ложь. Взрыв неизбежен. Срочно начать эвакуацию. Я думал, что все исправил. Опасность. Температура реактора приближается к критической. Вот, почему? Ух ты! Как здорово вас снова видеть, ребята! Оказывается, у нас тут дефицит испытуемых, так что вы очень кстати. И вперед! Ну, и в общем... Ты не представляешь, как я чувствую себя в этом теле. Я должен проводить испытания все время, иначе все начнет чесаться. Это вроде как заложено в систему.
Ой, но когда я провожу испытания, скажу тебе так, на свете нет ничего лучше, так как... Зачем тестировать? Надо тестировать! Ты будешь проходить испытания, я буду смотреть. И все будет прекрасно. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв неизбежен. Заткнись! У нас проблемы. Ну да, типа того. Да. Я сам создавал это испытание, но немного сложное. Обрати внимание. О, да, не дурно. О, первый класс. О, это было здорово. А есть идея. Так как делать новые испытания сложно, почему бы не ограничиться одним, а? А я буду смотреть, как ты его проходишь снова и снова. Да, так гораздо проще. И чё мне... А, ладно. Ладно, теперь давай по новой. И... Ня. Так, не могу винить себя за старание. Так, тесты, новые тесты. Должны же где-то еще какие-то тесты. А, вот! Так, значит, затея с парадоксами не удалась. Я чуть не погибла. К счастью, судя по всему, он знает об испытательном крыле не больше, чем о логических противоречиях. Так, у нас тут уже тесты Уитли начались, значит, к сожалению, нам уже пора заканчивать. Кажется, да. Не умереть и найти его будет несложно. Так, сейчас мы сохранимся. Все так. Хорошо, все как надо, только что изобрел еще пару-тройку тестов. Это один из моих тестов. Не совсем, не совсем. Посмотри на слово «тест» на стене, оно свеженькое. И, собственно, вот начинаются вот эти ужасные спирали. Они тут еще будут меняться. Тут должны быть потом кнопки, перенаправляющие энергию в другую сторону. Ой. Не люблю я эти спирали. Я их просто вообще не понимаю просто. Очень туго понимаю. Еще то, что игру уже, в принципе, вижу далеко не первый раз. Хотя проходила я всего лишь один раз. Но доходила до этих спиралей. Может быть, раза два-три. И эти спирали для меня всегда какой-то вынос мозга просто. И поэтому сейчас мы сохраняемся. Вот. И, в принципе, выходим. Так. Итак, я с вами прощаюсь. До следующей серии. Я знаю, что никто не смотрит Portal, но это, в принципе, для меня... Не знаю, именно вот, кстати, как при записи Portal, я не ощущаю того, что я, в принципе, записываю. Я... Мне, кстати, помогает, как ни странно, какие-то мысли вслух решать эти загадки. Кстати, я первый раз, когда проходила я первый раз эту игру, мне кажется, часов 20 на нее было потрачено. То есть, в принципе, ну сколько, часов 6, наверное, максимум, а у меня 20, потому что я каждую комнату кретинизм, вот ужасно. Просто зашкаливал. Он был такой, я просто не понимала. А когда я начала... При том, что я там не записывала никаких игр, ничего. Я просто начала просто вслух более-менее так... Как-то так формулировать. И мне это стало помогать. Не прям, чтобы прям совсем помогать. Но стало намного лучше. Итак, собственно. Мы сохранились. А это значит... До следующей серии. Следующий будет, в общем, предпоследний, возможно, а может быть нет, в зависимости, как мой кретинизм с этими спиралями будет зашкаливать, а он будет зашкаливать. Поверьте мне, потому что я их не сильно понимаю, а каждая камера с этими спиралями будет все сложнее и сложнее, поэтому... Не знаю, хотя я смотрела в записи стрим Куплинова, он, как ни странно, со спиралями дружил лучше, чем с гелями. У меня с гелями намного лучше все. Поэтому я не знаю, почему так происходит. Итак, ладно. Итак, с вами была Мисс Шепард. До следующей серии. Всем пока!